Добрый день. Представляю свою новую книгу. Была вот книга «Афины Аттика», «Древние Афины Аттика», а вот теперь «Древний Пелопоннес». Толстая книга, без малого 500 страниц, вот такая толстая, большого формата А4. Здесь на обложке это реконструкция облика, какой был представлен, скорее всего, исходно вот позолоченная статуя Аполлона, так называемый Аполлон Кассельский, более 20 копий римского периода. И вот здесь на обороте маска Агамемнона, известная, скорее всего, Агамемнону не принадлежала, вот, но тем не менее одна из фундаментальных находок древних Микен. Вот. И фигура Посейдона здесь такая, с неожиданного ракурса снятая. Вот в книге больше 1000 иллюстраций, специально не считал, но их очень много. И издание это уникальное, не имеющее аналогов, так же, как и предыдущие «Афины Аттика». Здесь главное – это визуализация, то есть многие образцы древнегреческого искусства по описаниям как-то воспринимать очень сложно. И здесь объединены как сведения из литературных источников, так и сведения археологического характера, причем такие, которые дотягиваются до наших времен. В некоторых случаях даже 2019 года есть новые какие-то открытия. К сожалению, все это в исторической литературе не только не объединено вместе, то есть нет таких вот изданий, которые бы целиком охватывали какой-то серьезный промежуток времени или какой-то отрезок не только исторический, но и связанный с историей искусства и признаков повседневной жизни древних греков, эллинов, как правильно их называть. Греки – это традиция названия латинская, древнеримская, а эллины так себя греки называют до сих пор. И называют свою страну не Греция, а Эллада. Вот здесь на обложке перечислены города наиболее известные. Это Микены, Спарта, Олимпия и Коринф. Ну, чаще всего там бывают туристы. Там. Я просто перечислю те города, которые описаны. У меня здесь принцип такой, что описываю историю конкретного исторического пункта древнего города. Здесь главы, посвященные Микенам, Пилосу, Олимпии, Спарте, Аркадии, Мессении, Аргосу, Северной и Южной Арголиде, Немее, Эпидавру и Трезену, Коринфу, Сикиону и Патрам. Вот эти города – это не все, но это подавляющее большинство наиболее крупных и раскопанных городов, которые имеют и свою историю, записанную древними авторами, и достаточно пространные археологические данные. Я каждый раз говорю с сожалением о том, что нет подобных книг, нет собранных вместе сведений, касающихся и истории, и, главное, свежих археологических данных. Нет схем, нет рисунков. У меня книга полна рисунками. Какую страницу не открой, везде рисунки. Вот здесь, например, Южная Арголида. Вот. Все с комментариями, если есть какие-то аналоги не только в местных музеях, но и в мировых музеях, я тоже их привожу. Вот такие иллюстрации в большом количестве. Вот, то есть это книга-альбом, это не просто книга. И здесь даются разъяснения, если есть какие-то загадки, то я не пытаюсь их обязательно разрешить. Некоторые стараются разрешить, как, например, вопрос генеалогии спартанских царей, я вот отдельно этот вопрос описываю, и там есть довольно интересные выводы. К сожалению, историки, например, многие вопросы пропускают мимо своего внимания и не пытаются в них разобраться. Я не могу сказать, что я во всем разобрался, но я, по крайней мере, собрал ту информацию, в которой стоит разбираться. И для любителей истории просто даже перелистывать эту книгу будет интересно. Будет интересно не только специалистам, но и просто людям, интересующимся. Ну, например, не знаю, там
подвиги Геракла достаточно хорошо известны, но есть и те, которые не включены в 12 подвигов, которые мы знаем хорошо, потому что они в древней иконографии представлены, и вроде бы нам здесь все ясно. Ну вот я разрисовываю, как из-под мифологии выглядывает реальная история, то есть реальная историческая фигура. Вот, более подробно какие-то загадки я пытаюсь разрешать в других книгах, которые вышли ранее в издательстве «Книжный мир», если кто захочет на электронном сайте посмотреть. А обе эти книги могут быть приобретены только у меня, они в магазинах не появятся. Я отправляю их по почте. Если кому-то захочется заказать эти книги, то, пожалуйста, тираж, естественно, ограниченный теми возможностями, которые у меня есть. И в заключение я еще скажу, что вышла книга, которую может написать каждый, и, может быть, должен написать каждый, о своих предках, и своих родичах, о своем генеалогическом древе, записки какие-то, можно лучшие фотографии оцифровать. Вот я выпустил второй том, у меня второй том семейного архива, где история моего рода продолжается, которая была отражена в первом томе, и род моей супруги. Вот тут вот, на обороте фотография, тоже это много, сколько тут, больше 500 страниц, вот такой здоровый том. Но я его выпустил тиражом 10 экземпляров для своих, я не собираюсь там кому-то предлагать эту книгу, это то, что останется внутри семьи. Это тоже большой объем с иллюстрациями, там, с лучшими фотографиями. Каждый может написать историю своего рода, собрать те архивы, которые есть. Если что-то неизвестно, то поговорить с родственниками, со старшим поколением, записать какие-то семейные предания, перевести в цифровую форму, набить через клавиатуру дневники, письма, какие-то, может быть, семейные летописи, какие-то, ну что, что предшествующее поколение оставляет последующим. И, как правило, последующее поколение это все, в конце концов, выбрасывает в мусорное ведро, там через 2-3 поколения это уже мусор, там чемодан с какими-то письмами, которые никто не собирается читать, разбирать и так далее. А это семейные реликвии, их надо сохранять. Вот я сохраняю вот в таком виде, и другим тоже рекомендую такие летописи создавать и создавать семейные архивы.